Необычную благоустроенную зону с элементами ландшафтного дизайна и подсветкой в темное время суток у дома номер 9, корпус 1 по проспекту Ленинского комсомола обустроила управляющая компания «Радуга». Работы достаточно быстро эти производятся, по большому счету. Здесь самое главное заранее подготовить некий дизайн, да, того, чего мы хотим сделать. Ну и, соответственно, чтобы все материалы были необходимые, саженцы, камни, геотекстиль используются. Раньше на этом месте был заросший кустами и крапивой участок земли. Прежде чем наводить красоту, необходимо было привести его в порядок. Сначала мы это все вырубили, всю крапиву. У нас здесь были маленькие насаждения, это вот елочки там, кое-какие вот кусты, мы это все оставили. Вот, привели все в порядок, посмотрели и уже начали сами придумывать и доделывать. Такой пример благоустройства территории наглядно показывает, что получается, когда работники используют нестандартный подход к своему труду. Люди творчески подошли к этому моменту, и я уверен, что любой, кто, не обязательно только жители этих домов, но и все, кто проходит мимо, оборачиваются, смотрят, и я уверен, что они радуются. И у них поднимается настроение, а это самое главное, что еще может быть. Мне очень нравится, напоминает японский сад, очень красивая подсветка. Мы со стороны еще заметили очень красивое сочетание зеленого, фиолетового, красного цветов. Художественное оформление придомовой территории сделано в качестве подарка жителям ко дню города Видное. Питание, да, ко всем осветительным приборам предоставил, ну, соответственно, город. То есть мы сделали композицию, освещается она за счет города. Соответственно, симбиоз, красота. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.